Всем привет, это Андир и Джим, и мы будем играть в Happy Wheels. Всем привет. Как ты запоздал, сказал? Да. Карта Pokemon Traveling. Да, конечно. И это прикольно выглядит. Так как долго? Может, все-таки на пробел понажимаем? Пич. Меня волнует, что это за облако такое. И что же будет? Ну, ты уже знаешь, что будет. Оба! Мы сейчас я ему голову отрубил! Мы сейчас сдохнем. По-видимому... Ей! Нам повезло, как в прошлый раз. Да, в прошлый раз там вообще... Кровяк? Не, мне нравится эта игра. Смотри. Ну, если не считаю, что мы только начали... Меня снесло кусочками ног! Кусочки ног злые. Что же это такое за монстр? Это покемон, придурок. Я не помню какой. Ты уверен, что это был покемон? Или это была росомаха целая? Не, это был покемон, я тебе говорю. Вот это самое страшное. Самое страшное в мире. Так, и короче, чё? Моя нога прилетает к этим двум бомжам? Да. Бедная пружина, зачем? Прикольненько. Тут что же дальше? Хедшот. Много карт. Ссылочку на эту игру онлайн мы скинем в описании. Пока вот. Можно просто понаслаждаться кровищей. Если не скинем, то вы посмотрите эту запись и запомните. Да, скинем. Ой, я на одноколеснике. Это... Это что было? Это хардкор. Одно слово, хардкор. Да. Может, назад поедем? Назад дерево. Я его перепрыгнул. Там кости. Там руки вылезают. Я куда-то свалился. Давай по трупам выпрыгивать. Мне их так жаль. И я на жопу что-то прыгнул. Фу. Это знаешь что? Знаешь, раньше виноград этот... Ну? Топтали ногами. Ой, боже. Ну, а теперь мы их топчем. Одно колесо. Они виноград. Одноколесник. Они виноград. Может, заново начнем, а? Я люблю вино. Давай заново начнем. Ну, как видим... Так, короче, этого чела надо перепрыгнуть. Ну да, я так и знал. Вот это кишка. Сосиска полетела. Это сердце? Это что за фигня такая? Такой же вопрос. Он сейчас обратно побежит. Ты такой, что это было? Игра интересная. В нее можно поиграть. Только вот с друзьями. Оба. Руки. Опа. Yes! Паук. Что же будет? На. Кажись, ничего. Мне даже страшно в один момент стало. Ты блин. О, трупики. Тыква. Сюда надо? Опа. Вот мы и дошли до сюда. Беги, лучше беги. Сейчас здесь это вылезет. Во-во-во, место. О боже мой. Это что, был зерк? Сейчас же здесь этот будет. Надо было дождаться, пока он пробежит. Он сейчас назад просто подтолкнет нас и все. Если не убьет. Он что? Спину. Подожди. У меня нет ног. Он владеет гравитацией. Погоди, он пинается? Он пинается? Он гравитацией владеет. Он меня пинает. Если вот сейчас... Давай другую, короче. Ну ладно, ссылочка будет в описании. До свидания. Снимем еще серии. Конечно, снимем.